1905 году французский шампанист Виктор Дравиньи приехал в Россию, чтобы создать вино, достойное самого российского императора. Спустя 100 лет Абрау Дюрсо называет игристое вино в его честь «Виктор Дравиньи». Это игристое создается из отборного винограда долины озера Абрау. Каждая бутылка 3 года выдерживается в горных тоннелях. Так вино приобретает благородный вкус и аромат. Абрау Дюрсо, Виктор Дравиньи.